Это программа «День с толком», в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Для поднятия духа пациенты ковидных госпиталей региона теперь смогут пригласить в палату священника. Любимое место маргиналов и неформалов – рейд нашей съемочной группы по опасным зданиям города. Пластик, металл, стекло и бумага. Куда потом уходят эти вещи и почему их стоит сортировать? Очередной максимум. В Алтайском крае за сутки выявили 1289 случаев заболевания коронавирусом. Еще в пятницу было выявлено в два раза меньше заболевших – 628 случаев. И это уже считалось антирекордом за всю пандемию. А тем временем в прошлом году в регионе умерло более 43 тысяч человек. И это вновь новый антирекорд. Для сравнения, в 2020-м, который тоже унес много жизней из-за коронавируса, скончалось 38 тысяч жителей. Об этом сообщили в Алтайкрайстате. Причем главной причиной смерти стал не только коронавирус, но и его последствия – инфаркты, инсульты – проблема с оказанием плановой медпомощи. Тем временем в Алтайском крае пациенты ковидных госпиталей смогут приглашать священников. Такую идею сначала озвучили в РПЦ, а после поддержали в Минздраве. Подробнее расскажем в сюжете. Священники в красной зоне. Теперь такое явление будет в порядке вещей. В ковидные госпитали региона они смогут приходить по заявкам от пациентов. По закону пациенты и ранее имели право на допуск священника, но до настоящего времени отсутствовал механизм реализации этого права. И в Минздраве, и в епархии уверены, в такие сложные времена спрос будет. Люди находятся в стационаре, может быть, даже не только в панике, но и в унынии, особых переживаниях, и им нужна поддержка и психологическая, и духовная. И мы предполагаем, что если будут приглашать священника, то священник сможет поддержать не только пациентов, но и, побеседовав лично с врачами, конечно же, оказать им поддержку, помолиться вместе с ними. Министерство здравоохранения даже разработало правила допуска в больницу святых отцов. Например, они обязательно должны быть привиты от коронавируса или иметь отрицательный ПЦР-тест. Само собой, священники будут в защитных костюмах. Все рекомендации Минздрав разослал по всем субъектам страны. Если пациент захочет пригласить священника, ему нужно просто сообщить об этом медработнику. Рекомендуется передавать такую информацию в течение суток. Значит, а в случае, если идет угроза жизни, то в течение 2 часов. Разумным предоставляется посещение священнослужителем пациента не чаще 1 раза в день. Если пациент изъявил желание или он попросил об этом родственников, то они могут самостоятельно связаться с религиозной организацией. И отказать священнику в доступе в больницу уже никто не сможет, если, конечно, соблюдены все правила – отрицательный ПЦР-тест и прививка от коронавируса. Кстати, служба будет проводиться бесплатно, и пользоваться такой возможностью смогут не только православные, но и пациенты других религий. Контакты священнослужителей разместят на сайтах медорганизаций, информационных стендах в больницах и даже в самих палатах. Мы знаем, что пациент, который имеет телесную болезнь, если он духом крепок, то выздоровление близится скорейшим образом. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Из-за эпидобстановки в регионе перенесли снежный десант. Напомним, бойцы снежного десанта ежегодно помогают пожилым людям и многодетным семьям, проводят мастер-классы и занятия по профориентации для школьников, а также устраивают концертные вечера. 20 студенческих отрядов должны были отправиться в 20 районов края уже сегодня и вернуться 5 февраля. Однако акцию пришлось перенести. На какой месяц и число пока точно никто не может сказать. И перейдем к другой теме. С одной стороны, загадочно и привлекательные, с другой – рискованные и травмоопасные. В Барнауле насчитывается около 40 заброшенных зданий. При этом любой желающий может спокойно туда попасть. Такие места уже давно облюбовали подростки и асоциальные группы лиц. Наша съемочная группа побывала в нескольких так называемых заброшках, чтобы в очередной раз напомнить, насколько небезопасно проводить там досуг. Барнаульский ковш – заброшенные башни-близнецы. До начала 90-х годов сюда с барж перегружали зерно, после доставляли на территорию элеватора. Но вот уже 30 лет никакой практической пользы эти конструкции не несут. Зато уже много лет сюда магнитом притягивает детвору.
Здесь постоянно можно было встретить и детей, и различных там рыбаков, ну то есть вообще местных жителей, которые здесь в свободное время проводят время, то есть здесь шашлыки могут готовить. А что касается, допустим, вот самих зданий, да, там находиться достаточно опасно. Раньше наверх можно было забраться по лестницам, потом их как бы демонтировали, чтобы люди туда не лазали. И после этого народ стал изготавливать лестницы из подручных средств. Здание никем не охраняется, доступ совершенно свободный. Подобные травмоопасные объекты находятся и в центре города, в непосредственной близости от проспекта Ленина. К примеру, дом купца Паскотинова. Без окон и дверей памятник истории и архитектуры регионального значения стоит уже почти 20 лет и так и манит своими пустыми глазницами прохожих. Поставили ограждение чисто для вида, чтобы, ну как бы, видели, что огорожено, как бы, ну и ладно, и так сойдет. Ну а кому надо, тот обойдет, просто два раза идет и все. Ведь мы видим, что здесь даже парковку сделали во внутреннем дворе. И что самое главное, даже вот входы, да, окна, двери, они не заколочены. Это сделать, мне кажется, несложно. В последнее время заброшенных зданий в городе стало меньше, признает Евгений Кученев. По данным мэрии, на сегодняшний день в Барнауле насчитывается 39 опасных объектов недвижимости, куда беспрепятственно можно проникнуть и, собственно, попасть в беду. Далеко ходить не надо. Прошлым летом в заброшенном доме на улице Водопроводной надругались над барнаульской школьницей. Такие места всегда притягивали и, к сожалению, будут притягивать, как правило, недолюбленных детей, говорят психологи. Дети, ну, часто бывают травмированы психологически, в том числе вот связано это, может быть, с такой с недолюбленностью со стороны родителей. Часть, которая отвечает за стресс, она более чувствительна, и такие дети склонны создавать какие-то острые ситуации, почувствовать что-то острое, опасное, пойти куда-то в запретное. Это вызывает очень много эмоций, очень много чувств, и ребенок такой чувствует себя живым. В мэрии пояснили, что у собственников нет не только финансовой возможности реконструировать здание, но даже снести опасное сооружение. Поэтому в администрации предлагают образовательным учреждениям города сделать упор на профилактическую работу с учащимися и их родителями. Необходимо проводить профилактическую работу с учащимися и их родителями. Районным администрациям города усилить взаимодействие с правообладателями зданий в целях организации их охраны и предотвращения доступа посторонних лиц. Заброшенные здания притягивают не только детей, но и тех, кто просто хочет красивое, колоритное фото на фоне развалин. Вот только забывая о том, что очередное селфи может стать последним. Кстати, отдельная часть заброшенных зданий в городе – расселенные многоквартирные дома. Но снести их муниципалитет не может, пока не завершится процедура с выплатами жителям выкупной стоимости. Но, как заверили в мэрии, за такими зданиями комитет ЖКХ следит пристально. Охранное предприятие периодически осматривает пустующие опасные конструкции. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. А вот в Заринске впервые почти за четверть века построили новый жилой дом. Это восьмиэтажка по адресу Металлургов, 9. В здании нет однокомнатных квартир и студий, а площадь самой маленькой двухкомнатной – 70 квадратных метров. На торжестве по случаю сдачи дома побывала наша съемочная группа. Строить многоэтажку в Заринске начали еще в 2007 году. В 2016-м застройщик сдал один подъезд на 33 квартиры в качестве общежития Заринского техникума. Чтобы достроить дом, понадобилось 15 лет. Застройщики все делали своими силами, не привлекая подрядчиков. И сейчас здание полностью готово к заселению. К слову, это первый в Заринске жилой дом, который сдали в эксплуатацию за последние 20 лет. На сегодняшний день, конечно, востребованность что-то такого лучшего, более комфортного появляется у людей, у жителей нашего города. Но был спрос такой, запрос, можно сказать, нашего общества. И поэтому, понимая этот запрос, мы и решили в городе построить такой дом, ну, который бы отличался от всех других. Над дизайном работали специалисты проектного института «Алтайкоммунпроект». От соседних панелек 20 века дом отличается вентиляционным фасадом. Им сейчас популярно отделывать здания и детской площадкой с тремя качелями, горкой и песочницей.
Правда, бум продаж на жилье здесь не фиксируют, ведь стоимость квартир начинается от 3 миллионов рублей. На данный момент из 61 заселены лишь 12, а первыми жильцами стали сотрудники компании-застройщика, получившие жилье по социальной программе. Качеством дома очень доволен, дом очень теплый, шумоизоляция отличная, в квартире 2 санузла, постирочная, гардеробная, комнаты очень большие, что удобно с маленькими детьми. Отсутствие домофонов и водосток, сливающий воду прямо к подъезду, говорит Виталий, его не смущают. А качество первичной отделки так вообще радует. Алтайские власти уверены, дом по адресу Металлургов 9 завершает визуальное оформление центра Заринска. Центр был логично не завершен. Вот сегодня приведено все в соответствие, детская площадка, все рассажены газоны, все сделано, заборчик, все красиво, шлагбаум поставлен, все, город завершен. То есть облик исторический, центр города закрыт. Вот здесь здание Сбербанка, здание торговых центров. Варианты развития недвижимости в Заринске будут рассмотрены на местном градостроительном совете. И от специалистов зависит, какое жилье будет появляться в городе в дальнейшем. А пока компания-застройщик надеется, что новая многоэтажка сможет удержать население в Заринске, и многим местным не захочется покидать родной город. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. В выходные в Барнауле прошла акция по приему раздельного мусора. К слову, в России только начинают приучать людей к такой сортировке. Например, в Японии местные давно сортируют мусор по 10 категориям. Незаконный его выброс может грозить даже тюремным заключением. Последний раз в Барнауле сбор вторсырья на переработку проводили в ноябре. Об акции уже этого года, которая продолжалась 3 часа, в материале Софии Яценко. Последняя суббота месяца – это значит самое время взять свои запасы и сделать большое и нужное дело. Несмотря на мороз, людей пришло много. Пластик, металл, стекло, бумага, старые вещи – лишь малая часть того, что можно утилизировать экологично. Барнаульцы идею поддерживают, привозят много. Накопившийся мусор помогают сортировать волонтеры. Для каждой категории вторсырья здесь свое место приема. ЛДПС? Да. Так, а пятерками? В той стороне пятерка. Пятерка? Пятерка. В разных районах города развернули несколько мобильных точек. Стационарная, самая большая, традиционно возле Трансмаша. Здесь трудится большая часть волонтеров. Всего в акциях участвует порядка 40 человек. На каждой коробке по одному человеку. Очень много мусора привозят, очень много сортируем. Ну а так на точке около человек 20 работает, чтобы всем помочь все рассортировать. Причем приносить можно не только отходные материалы, но и поношенные вещи, текстиль. Исключение сумки, кожа, кожзам, брезент, обувь и нижнее белье. Собранную ветошь организаторы акции направят на переработку в Новосибирск. Происходит разволокнение, сортировка в Новосибирске предварительная. Они примерно отделяют по составу и из-за вот этого критерия отправляют в разные места уже. Могут делать повторно одежду, но это очень-очень-очень крайне редко и, скорее всего, даже не в России. В России в основном делают матрасы, наполнители для матрасов, а также вот эти вот половые тряпки и обтирочную ветошь. По словам организаторов, в последние годы количество участников заметно выросло, до 2000 человек. Причем принимают участие семьями, приучая к заботе о чистоте даже самых маленьких. Наш город, наша страна, наша земля, планета – это наш дом. И поэтому необходимо вот такое бережливое отношение. И, соответственно, все, что можно вторично переработать, необходимо за этим и следить, и сдавать, и перерабатывать. Разделяем дома по мешочкам, по пакетикам. Ну, хочу, чтобы был чистый город у нас, чтобы дети наши росли, внуки. Я своих маленьких 2 и 3 года уже приучаю. Он идет и говорит: баба, бутылки валяются. Очень обидно, очень досадно, что это не поддерживается, мало поддерживается, ну, с точки зрения администрации города. Вот, в новых домах, которые строятся, очень мало мест, где можно сдать это постоянно. То есть мы вынуждены это все хранить. За 2 месяца накапливается очень много. И это, ну, для кого-то может быть стать проблемой. Напомним, в Барнауле акция проходит каждую последнюю субботу месяца. Кроме апреля и декабря, сдвигается из-за праздников. В планах развернуть пункты приема и в Новоалтайске. София Яценко, Вадим Быстревский. День с толком. Меньше недели до старта международного турнира лиги OpenFC. Мероприятие такого масштаба в Барнауле пройдет впервые. Бойцы уже прибывают в краевую столицу и проводят здесь тренировочные сборы. На одной из тренировок побывал Дмитрий Дроздов.
Международная лига OpenFC – соревнование, которое объединяет бойцов из разных стран мира. Так, в ближайшие выходные в Барнаул приедут файтеры из Бразилии, Израиля и ближнего зарубежья. Алтайский край будут представлять 7 бойцов, и у всех одни задачи – победить в бою и заявить о себе на международной арене. Ребята, которые выступают, которые хотят конкурировать в этом бизнесе, так скажем, должны постоянно где-то ездить, повышать свои квалификации, навыки. А мы на данный момент, как я минимум, дерусь в Беллаторе, ребята у нас дерутся за рубежом. Есть в Сибири с кем расти, так скажем. У бойцов завершились основные тренировочные сборы. Подытожили все контрольными спаррингами. Вот сейчас вот эти 2 недели у нас происходили больше борьбы, больше спаррингов, где-то теория тоже была. Сейчас, в последней неделе, будет весосгонка. Первый этап подготовки я проходил у себя на родине, в Республике Дагестан. Больше боролся, возился, работа у стены, такая общая работа. А вот заключительный сбор у себя здесь, в клубе «Тим Стрела» Барнаул. Вроде все нормально, все хорошо. От боя еще выйти, побеждать надо в любом случае. Эпид ограничения никто не отменял. На сегодня число разрешенных зрителей не больше 500. Организаторы совместно с региональным Минспортом стараются решить этот вопрос. По словам бойцов, это шоу в первую очередь для зрителей. И начнется шоу уже в эту субботу, 5 февраля в 18:00 в Титов-арене. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Кстати, в нашем инстаграм-аккаунте стартовал розыгрыш билетов на международный турнир OpenFC. Победителя будет 2, каждый получит по 2 билета на поединок. Переходите на наш инстаграм-аккаунт, адрес вы видите на своих экранах. Читайте условия и принимайте участие. И еще немного о спорте. В заключительном матче серии «Динамо Алтай» и «Красноярские рыси» наши добились сухой победы 4-0. Заброшенными шайбами в составе барнаульской команды отметились Патрушев, Томилов, Локтев и Зиновьев. Болельщики игру ждали с нетерпением, ведь гости давали шикарный бой нашим хоккеистам. 2 игры выиграли как раз-таки рыси. Зрители увидели также огромное количество стычек и кулачных боев. Всего «Динамо Алтай» получили 21 минуту штрафного времени. Для сравнения, это как 1 игровой период. Этим матчем команды завершили первый круг первенства. Теперь клуба ждет так называемый цифровой второй этап, где хоккеисты сыграют 8 матчей. По 2 раза с каждым соперником. Следующий поединок динамовцы проведут 19 февраля в гостях у Чебоксар. В целом, я думаю, только все начинается, если так заглядывать немножко вперед. Поэтому сейчас не надо какие-то выводы делать, радоваться. Есть время сейчас подготовиться, 8 игр еще впереди. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопки в социальных сетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире.